Компания «Родстрой». Сегодня закончили бурение скважины. Вот. Это Коломенский район, Нижнее Хорошово. Покажу, там многие спрашивали, подписчики канала, как мы переводим установку, как мы ездим. Вот у нас есть такая «Газель». «Газель» брали мы специально для буровой, она полноприводная, у нас блокировка дифференциала. И прицеп «АвтоВОЗ», он с лебедкой, запасным колесом. Фирма МЗСА. Вот перевозим буровую на таком оборудовании, очень удобно. В самой «Газели» у нас помещаются необходимые инструменты и оборудование. Вот, кстати говоря, сколько всего нужно, чтобы пробурить качественную скважину, да? То есть у нас полный набор с собой. Есть пробки опуска необходимые, есть разные виды долот. Про долот, наверное, отдельно как-нибудь сниму видео, расскажу. Алмазные долоты, это вот для глины. Такой долото мы используем. Там дальше вот лопастник лежит, соответственно. Куб с собой возим для воды. Ну, в общем, все достаточно хорошо помещается. Вот это долото у нас на центраторе, направляющий, чтобы скважина была ровная. Ну, это для обжима труб, разные для опуска. У нас гидравлический трубозахват, это для трубозахвата. Разные губки идут. Трубы вот МПВХ, сертифицированный материал, качественный. Такой вот прицеп, достаточно удобный. Сейчас подойдем, вот покажу. Буровая проехала, особо не осталось никаких следов. Но сейчас было грязно тут у нас, оттепель в Подмосковье. Здесь мы сейчас приберемся. Вот, вот козлы у нас для штанг стоят. Такая буровая, работает нормально, вторую скважину сделали. Будем сейчас немного помоем, собираться на следующие заказы. Что тут произошло? Для тех, кто следит за качеством заруских моментов, с насосом были вопросы у нас, пробило прокладки. Вот эти прокладки, которые здесь стоят. Здесь прокладки вообще мы не нашли, когда разобрали, то ли ее на заводе забыли поставить, просто герметик был. В общем, под конец у нас насос начал изо всех щелей поливать округу. И из-под главного цилиндра, и из этих моментов. Ну, будем прокладки менять, разбирать. Установка такая компактная. В общем-то, заезжаем в любой момент. Буквально у нас чуть больше метра шириной она. Можно проехать в калитку, ничего не попортить. Вот, спокойно. Сейчас прокачиваем скважину. Тоже опускаем скважину на трубах. Насос в скважину, чтобы избежать всяких моментов, ну, застревания насоса. Кабель при изоленте цепляем к трубе. И на переходе, на пожарном рукаве, хороший напорчик качает. Сейчас покажу качество воды. Вот эта труба, мы ее подрежем немного. Там 90-я труба, вторая труба снизу, немного под землей. Но здесь будет стоять пластиковый кессон, заказчик нам еще пластиковый кессон заказал. Обустраивать скважину будем с помощью пластикового кессона. Поэтому труба все равно будет обрезаться, и 90-е у нас там чуть ниже земли стоит труба. Пойдем посмотрим, какая водичка. Качаем где-то 2 часа. Еще, может быть, не совсем светлая, но уже, в принципе, достаточно неплохая. Подходим. Тут 50-й пожарный рукав. Вот такая водичка. Была сначала она сильно белесая, сейчас уже просветлела. В этот, ну, тут местный такой канал идет. Кстати, удобно, если у вас на участке, рядом с участком есть такие вот оросительные каналы, можно хороший септик поставить, в канал вывести. Кстати, вот здесь заказчик у нас как раз заказал и септик тоже. Мы ему септик сделаем, и вот такие каналы можно легко без дренажа обходиться. Вводить достаточно очищенную воду из септика, без запаха, без цвета, и она просто будет в этот канальчик сливаться, и все хорошо. Такая водичка. Небольшой запах железа присутствует в Нижнем Хорошово, Коломенский район. Но это у соседей то же самое. Подходили соседи с двух участков, говорят, в принципе, то же самое. Сейчас посмотрим. Вода без примесей, небольшое количество известнячка еще. Вот он беленький такой в воде остается. Ну, покачаем, только 2 часа качается. Должна, в принципе, заказчика будем сдавать, быть уже совсем чистая вода, без всяких вообще примесей. Но уже неплохо, в общем-то. Песка нету. Самое главное, небольшая крошка известняковая есть, но это не страшно.
Дебет очень хороший, тут вот 50-й рукав. Насос у нас примерно где-то 3 куба в час дает. И вот через этот рукав, через достаточно большое отверстие, вот он так и поливает. В общем, воды много, и она не кончается. И никогда не кончится, потому что это, собственно, артезианская скважина. Поэтому, если интересует вопрос по скважинам, в Московской области выезжаем в разные моменты. Делаем достаточно качественно, на совесть стараемся. По ценам всегда можно договориться, особенно ну, если у вас многодетная семья или вы пенсионеры. Пишите, звоните, найдем компромисс, договоримся. Консультация у нас бесплатная, выезжаем тоже бесплатно. Заезжаем аккуратно, ничего не портим, не ломаем. Даем гарантию. Компания «Радострой», если что, обращайтесь.